После того, как были достигнуты договоренности с Евгением Пригожиным, а колонны ЧВК «Вагнер» выдвинулись на место дислокации в лагерях, начались гадания о сути соглашения. Безусловно, главная версия касается самой громкой отставки, якобы ухода Сергея Шойгу, с поста главы оборонного ведомства. Каждый, сообщая, что громким кадровым перестановкам быть, настаивает, что информация требует проверки. А потом еще и перепроверки. Есть и совсем загадочные инсайды. Например, политолог Марат Баширов пишет. Понедельник остается нерабочим днем. А почему? Да потому что кадры решают все и лучше бы, когда их меняют, было поменьше машин в центре и побольше людей на дачах в подмосковье. Гений, ну что тут скажешь? Команда Михаила Звинчука, военного блогера, автора телеграм-канала «Рыбарь», соглашается с вероятностью кадровых перестановок в Минобороны России, добавляя, что Пригожин в стране, видимо, тоже не останется. Будет заниматься проектами вне России. А ЧВК «Вагнер» или расформирует, или передаст в распоряжение Генштаба учитывая то, что в последнюю неделю в ЧВК активно ищут иностранных переводчиков арабского и французского, вполне реален вариант возвращения части ЧВК в Африку и на Ближний Восток. Добавляет Рыбарь, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть сказанное, поэтому напомним, что Сергея Шойгу, с поста министра обороны России, провожали не раз. И никогда прогнозы не оправдывались. Так что лишь риторически можем сделать предположение, отвечая на вопрос, кто вместо Шойгу. Среди кандидатур называли, например, губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Причем говорили, что Дюмин станет или главой Минпромоторга России, или Минобороны России. На тему последней перспективы размышлял политолог Илья Гращенков. Если Дюмин получит самый серьезный пост министра обороны, тогда это будет означать тот самый трансфер власти, который стремительно стартовал в конце 2022 года. Еще одна версия назначения министром генерала Сергея Суровикина. Поскольку накануне именно он, наряду с заместителем начальника ГРУ, с генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым обращался к бойцам «Вагнера», призывая остановить мятеж.